Привет всем! Спасибо большое, что присоединяетесь. Я знаю, что это необычное время, когда мы с вами встречаемся. Мне просто очень захотелось сегодня тоже поделиться с вами. Добрый вечер. Вещи одной, которую я выучила, и она не связана с темой урока, который я буду давать завтра. Поэтому захотела выделить одним небольшим уроком какую-то информацию, маленькую тему, подтему, которую бы я хотела вам дать как внеклассное занятие. Надеюсь, всем удобно. Понимаю, что это время, когда надо укладывать всех детей спать, заниматься ими, но надеюсь, что вы выделите это время для изучения со мной недельной главы. Вам хорошо меня слышно? Так, судя по комментариям, вы меня слышите. Барух Хашем, добрый вечер всем, надеюсь, что у вас все хорошо. Этот урок я бы хотела посвятить полному выздоровлению моего сына, пока единственного, Элькана Авраам бен Адина Наоми. Недельная глава Лех Леха. И с Божьей помощью завтра мы с вами тоже будем эту недельную главу изучать. Но тема завтрашнего нашего занятия, я думаю, почти уверена, что будет посвящена воспитанию детей. Но в этой недельной главе есть еще столько разных аспектов, что я просто не смогла определиться, какую тему завтра дать, и решила одну из тем, которая, мне кажется, очень важна, особенно для русскоязычных зрителей. Поэтому спасибо большое, что вы здесь. Итак, недельная глава Лех Леха. И добрый вечер. Спасибо большое. Мы начинаем. Один раз перед свадьбой молодая пара решила получить благословение одного раввина. И они пошли к большому-большому праведнику. Он попросил написать и ему на бумажке их имена. Когда он получил эти бумажки, посмотрел на эти имена, он схватился за голову и сказал: «Нет, эти имена совершенно не подходят друг к другу. Вы не сможете жить вместе, потому что ваши имена несоединимы». Естественно, эта пара очень расстроилась, свадьбу не отменять не стали, но каждая ссора, которая у них происходила, они всегда думали, что наверное, этот раввин был прав, наверное, мы с тобой не уживемся вместе, наверное, это все из-за наших имен такие проблемы. И вот когда-то они вместе поехали в Америку и решили встретиться с нашим любавическим рабби. Когда они пришли к нему на аудиенцию, между всеми вопросами, которые у них были, они с ним поделились своими хашашот, своими домыслами, что, может быть, отсутствие шломбайта, мира в доме, связано с тем, что их имена не подходят. И тогда рабби сказал: «В чем проблема? Тогда возьмите себе новые имена, и у вас все проблемы исчезнут. Может быть, между Мэйр и Браха на самом деле нет шломбайта, но если кто-то из вас добавит имя, например, Мэйр Вольф, вот у Мэйр Вольф с Брахой может быть отличный шломбайт». И они так и сделали, добавил муж себе имя, и следующие ссоры, которые у них были, они совершенно не думали о том, что, может быть, имя виновато, и работали над своим поведением. Естественно, это одна из немногих-немногих историй про рабби, с которой мы не можем учить и взять себе за правило, что когда у нас в жизни идет что-то не так, мы обязательно должны поменять имя. Если бы оно так и было, и это на самом деле так легко работало, тогда бы у каждого из нас было уже по 25 имен. В любой сложный момент мы бежали, добавляли себе имя и вздыхали с легкостью, что, наверное, мы поменяли кардинально свою судьбу. Но хочу заметить, это мы учим с нашей недельной главы, что на самом деле наши мудрецы уделяют большое внимание тому, что смена имени, новое имя, еврейское имя, взятое на Торе, кардинально меняет судьбу. В Гемаре у нас написано 4 вещи, которые могут изменить суровое постановление свыше,
То есть та вещь, на которой в Рош Шана у нас поставили печать, может быть изменена четырьмя вещами. Три сложных, а одна очень легкая. Первое – это цдака. Мы с вами перед Йом-Кипуром говорили, что цдака – это цель мимавет. Цдака, она изменяет суровый приговор, она спасает от смерти. Цдака – это сложно. Нам сложно давать цдаку, тем более, что мы не понимаем, сработает она или не сработает. Вторая вещь в Гумаре написана, изменяющая приговор небес – это цаака. Цака – это крик, это изнутри воззвать ко Всевышнему и попросить, чтобы он изменил этот свой суровый приговор, молитва чистого сердца. Третья вещь – это шинуй маасе, изменение своего поведения. Мы должны подумать, как мы можем стать лучшим человеком, изменить свой поступок, и, может быть, Всевышний вместо наказания за этот поступок увидит наше усердие в изменении и в улучшении своего поведения и человеческих качеств и тоже изменят свой приговор. И последнее, самая удивительная и легкая вещь – это изменить свое имя. Написано, что тот, кто меняет имя, он меняет свою судьбу. И тут задается вопрос, неужели все эти четыре вещи могут стоять на одной планке? Неужели цдака, большое количество денег, молитвы из глубины души, когда нам надо уйти, чтобы нам никто не мешал, избавиться от чужих мыслей, только ко Всевышнему направить свои молитвы, изменить свои действия, исправить свои плохие привычки, оно также действует на нашу судьбу, как просто пойти в Авир, заплатить, я не знаю, 50 гривен, 60 шекелей, поменять себе имя в паспорте, пойти еще в синагогу, где-то бесплатно, где-то за какую-то цдаку добавить себе имя, и все. О чем мне напрягаться, когда есть такая легкая дорога? Именно такой легкой дорогой у нас воспользовался Авраам Авину. Хотя он совершенно не хотел менять и имя, он не хотел менять судьбу, так указал ему Всевышний. На самом деле Авраам и Сара первую половину своей жизни жили достаточно полноценно. Они жили в Хараме, у них было все, кроме детей, естественно. Но у Сары еще не было такого возраста, когда она прям трепетно переживала. Естественно, она продолжала молиться, но всегда у нее была вера, что о-то-то, беременность настанет, и она родит Аврааму миллион замечательных еврейских детишек. У Авраама было все, он был раввином большим, у него были дома, у него была большая синагога, у него были деньги, за ним шли люди. Он полностью реализовывал себя в то, чем он занимался. И тут приходит Всевышний и говорит, что «Авраам, Авраам, почему ты такой грустный?» И Авраам говорит, «Потому что у меня нет детей». «А как? А у меня нет детей, у меня не будет детей. А как ты знаешь, что у тебя не будет детей?» Он говорит, «Я посмотрел на небо и увидел по звездам, что по моему мазалю, в моей судьбе написано, что у меня не будет детей». И тогда Ашем ему сказал, выйди из своих ицтагненут. На иврите это такое слово, которое нельзя перевести, но выйди из своих предубеждений, не смотри на звезды, несмотря на то, что они правдивы, и есть связь между звездами, нашим знаком зодиака, годом, когда мы родились, есть связь с нашей судьбой, с нашим характером, но не смотри на это не еврейская тема. Мы с вами с Божьей помощью на следующих уроках тоже поговорим про созвездия, мазалот и все остальное. И чтобы тебе было легче, я изменю тебе и твоей сестре, твоей жене имя. И вместо Авраам стал он Авраам, добавлена буква Гей, и вместо Сарай он убрал букву Юд и добавил тоже букву Гей. И их судьба полностью изменилась, Сара смогла забеременеть. И возникает вопрос, что такого крутого в этих буквах Юд и Гей, чем они такие особенные? Ведь он не взял имя Сарай и сказал, я изменю это имя на Браха. Браха означает благословение. Он же не кардинально изменил их имена. Он добавил букву, забрал букву, и вдруг их судьба поменялась. Про то, что случилось с Авраамом, когда он решил использовать возможность и предложение Всевышнего стать его компаньоном, рассказывать о Всевышнем, что потом у него будут все благословения и какие испытания повели, и какие испытания
были у него на протяжении всей этой дороги, с Божьей помощью мы с вами поговорим на следующей неделе, на следующей недельной главе. Испытание – это отдельная тема. Но сейчас мы с вами говорим про имя. Что такое в еврейском имени и как его выбрать правильно, чтобы оно принесло благословение. Особенно, это то, что сказал в начале урока, это актуально всем нам, кто родился, Димой, Катей, Наташей, понимать, зачем нам надо еврейское имя, как его выбрать и какую роль оно будет нести в нашей жизни. Если хоть один из вас после этого урока возьмет себе дополнительное еврейское имя, я считаю, что мой шлихут, мое, ну, в общем, что я добилась своего. Но не будем спешить. Давайте сначала попробуем разобраться в этой теме. Вообще интересно заметить, что Раби, который каждый день, там были дни, были вечера, когда он принимал евреев и раздавал им доллары. Кстати, обычно все равы, они берут доллары, собирают цдаку. Раби — это единственный человек, который встречался с людьми для того, чтобы дать им доллары. Для чего он давал эти доллары? Забегая немножко в сторону, для того, чтобы склонить человека дать цдаку и тем самым приблизить к приход Машеха, изменить немножечко его, научить его давать от себя. Так вот, каждый раз, когда приходила очередь какого-то человека, очень-очень часто Раби спрашивала, как твое еврейское имя? И если он говорил, у меня нет еврейского имени, Раби спрашивала, какое твое нееврейское? И тут же давал ему имя, тогда возьми себе еврейское, такое-то, 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 что-то, что подходит или по смыслу, или по смыслу, или по звуковому, по тому, как мы слышим. Вообще, если вы не хотите кардинально изменить свою судьбу, то кардинально другое имя от того, что у вас есть, не надо брать. Лучше взять что-то, что похоже, но только имя, взятое на Торе и обладающее еврейским каким-то глубоким смыслом. Сейчас. Окей, я обещала, что этот урок будет недолгий, поэтому я много пропускаю и иду сразу к сути. Когда мы говорим про то, что имя меняет нашу судьбу, у нас, естественно, приходят мудрецы и рассказывают нам свое видение этой истории, этой ситуации. Значит, у нас есть и Рамбам, который говорит, нету такого. Не верьте в этой сфере, не бывает чудес. Никакое новое имя не поменяет вам судьбу. Эля, что? Что может поменять судьбу? И он говорит... Поменять имя – это значит, что ты должен так изменить свои действия, что люди, с которыми с тобой знакомы, должны начать называть тебя другим именем. Например, если раньше в кругу твоего общения за спиной могли тебя назвать Дима Мафионер, я не знаю, там Светлана Глупышка, какие-то такие вот стереотипы, которые нас очень... принижают и выделяют наши негативные качества характера, то вы должны так поменять свое поведение, чтобы люди сказали, вау, это теперь не Дима Мафиози, это теперь Дима Цадик, это теперь Света с высшим образованием. И когда ты своими действиями меняешь свое поведение, и люди тебе начинают говорить, что ты другой человек, именно такое, как по мнению Рамбама, изменение твоего имени влечет за собой и изменения судьбы. Приходит к нам кто? Рабейну Нисим. И говорит, что он согласен и с тем, и с тем, и берет что-то среднее. Он говорит, что на самом деле надо изменить свое поведение, но психологический аспект, что только посредством принятия, взятия на Торе нового имени мы можем на самом деле изменить наше поведение. Только осознавая, что я теперь не Дима, а Барух, Менахем Мендель, Йосеф Ицхак, это уже дает нам какое-то психологическое другое восприятие себя. И вот с этим вот новым «я» мы уже можем забыть, кем мы были раньше, и вести себя по-новому. Например, я, мой личный пример. Раньше, в прошлой жизни, я была Алина. И кажется, что этого никогда не было, но я, правда, была очень... не сдержанной, я была очень иногда агрессивной. В общем, были во мне такие качества, которые я бы хотела в себе поменять. И когда я пришла к раввину и сказала, что я готова взять
имя, он сказал, какие бы качества ты хотела себе добавить и принять, и как, что бы ты хотела в себе изменить. И тогда я сказала, я бы хотела стать нежнее, приятнее. И он тогда сказал, возьми себе имя Адина, что созвучно тоже с Алиной, но Адина означает нежная. И Наоми. Наоми – это приятная. Кроме того, что личности Адина – это мама Рахалиле и Наоми, это вообще персонаж, сам по себе заслуживающий отдельного внимания, я согласилась на эти два имени, и я просто до сих пор смеюсь, потому что моя мама до последнего говорила: «Алина, хватит выпендриваться, говори нормальным голосом, почему ты стала говорить так нежно? Вернись быть нормальной, сколько можно играть чью-то роль? Ну не верю я, что имя может так изменить». А я на себя смотрела со стороны и думала, боже, обычно эти вещи могли меня вывести из себя, я могла как-то агрессивно отреагировать, а вдруг, когда я стала один на Наоми, мне захотелось, обладая этим именем, вести себя по-другому, воспринимать действительность совсем по-другому. То есть, в принципе, с равнисимым я очень согласна. Имя дает тебе ощущение себя другой и возможность как бы начать что-то с нового листа. Окей? Но мы с вами видим, что в Торе нету никаких намеков на то, что надо менять свое поведение. Авраам. Разве Авраам, он поменял свое поведение? Разве Ашем сказал, для того, чтобы изменить судьбу, давай-ка ты начнешь накладывать тфилин, давай-ка ты усилишься в соблюдении заповедей кашрута? Не было такого. Поменял имя и стал совершенно другим человеком. Или, например, ни о ком не будет сказано. Но мы с вами знаем, что при какой-то болезни принято человеку добавлять имя, символизирующее жизнь и здоровье. Например, Хаим – жизнь, Хая – живая, Рафаэль – от слова «здоровье». Никогда от болеющего человека не требуют, чтобы он, лежа на койке, как-то поменял свое поведение. Нет, мы знаем, что именно эта процедура добавления имени уже помогает ему выздороветь с Божьей помощью. И тогда мы приходим с вами к другим объяснениям, хасидскому и каббалистическому, о том, что такое на самом деле изменить свое имя и как это в будущем на нас повлияет. Была такая история, она приведена в Талмуде, когда трое праведников, Рав Мейр, Рав Йосеф и кто еще, Рав Иуда, они отправились в разные города для сбора денег для освобождения пленных. И вот, когда они закончили вот этот свой круг и уже решили возвращаться домой, одной из ночей они остановились на ночлег в гостинице. И они подумали, куда положить наши деньги, но не под подушку же спрятать. Они подошли к человеку, который был там на ресепшене, директору этой гостиницы, и попросили его сохранить эти деньги у себя в сейфе. Двое отдали, Рав Мейра говорит, скажи, пожалуйста, как тебя зовут? Он говорит, меня зовут Кидор. Кидор, ты знаешь, что я свои деньги придержу у себя. Он целую ночь не спал, молился, учился, не выпускал эти деньги из вида, но все же, когда они пришли на утро, и двое из них попросили вернуть деньги, Кидор сделал выражение лица, сказал бы, кто такие, впервые вас вижу, а ну кыш отсюда, я сейчас милицию вызову. Они вызвали милицию, и никто ничего не смог доказать, потому что они не подписали ни договор, ни заключили никакой сделки. И тогда они обратились к Рав Мейру и сказали, а как ты знал, ты пророк, откуда у тебя есть эти знания, что мне нельзя доверять? И он сказал, что в Торе есть пасук с упоминанием этого слова «кидор», и там написано, что «кидор альтаамин», «кидор, не верь ему». Я понял, что это имя несет в себе негативные посылы, поэтому я решил не доверять, ибо имя, оно указывает на сущность человека. Это мы с вами уже начали на как-то кончике ножа пробовать нашу тему. По простому смыслу, имя – это наша визитка. Как корабль назовете, так он и поплывет. Как вы лодку назовете, так она и поплывет. Имя – это наша визитка. Имя – это то, что нас объясняет, олицетворяет. И мы об этом с вами уже говорили в прошлой недельной
не в прошлой, в первой недельной главе в Берешит, когда что делал у нас Адам? Правильно, первое, что делал у нас Адам в этом мире, он занимался тем, что давал имена животным. И тогда мы уже с вами поняли, что имена – это сущность животного, которая определяет, что из себя он представляет. Совершенно не набор букв, а именно поведение, сущность, все, что связано с животным, заключено в его имя. И мы с вами говорили про Хатулю, про Сус, про Келев, про разных животных, в именах которых мы поняли, какую суть Адам в них заложил. Есть еще много, которые мы не знаем, но мы понимаем, что таки да, эта сущность там есть. Имя – это визитная карточка человека. Например, Адам. Почему Адама назвали Адам? Потому что мина Адама – из земли. Земля – это Адама. Из земли он был создан. Хава – это от слова хая. Живая, живительная. Всевышний вдохнул душу, вдохнул жизнь в ее ноздри. Ноах. Мы с вами говорили на прошлой неделе, как классно, что мы уже с вами можем закручивать и подниматься лесенки по лесенке на базе тех уроков, которые вы уже прослушали. Ноах. Мы с вами говорили, что это от двух имен Менуха и Нехама, означающие, что Ноах принес в этот мир отдых, потому что не надо было больше рукой копать землю, и Нехама – успокоение, что он родился обрезанным. И теперь Всевышний начал забывать первородный грех. Дальше у нас есть Авраам. Изначально он был Авраам, отец Арана, город, в котором он жил. А дальше он стал Авраам. Авраам. Это значит, что он стал отцом не только этого города, в котором он находился, а отцом всего мира. Чувствуете, как меняется судьба, когда человек берет другое имя? Ицхак. Почему Ицхак назван Ицхаком? От слова цхок – смех, улыбка. Когда Сара засмеялась на ответ ангелов, что у нее будет ребенок, в конце у нее родился Ицхак. Яков. Изначально Яков – это экев, пятка. Изначально Яков, он был пяткой своего брата, но потом, когда он изменил свои действия, смог бороться за свою веру, Всевышний переименовал его на Исраэль, сэр Всевышнего, посланник Всевышнего, тот, кто говорит от лица Всевышнего. И, например, Моше тоже я себе выписала. Моше – это от слова «тот, которого достали из воды». В общем, все наши праотцы обладали именами, которые раскрывали внутреннюю их суть. Сейчас. Каждому животному дать название. Спасибо большое за ваши замечательные комментарии. Я их потом читаю, очень радуюсь, по возможности отвечаю. А мы с вами продолжаем. Это был простой смысл, что имя – это визитная карточка человека. По второму смыслу в Кабале у нас написано, что имя – это не только визитная карточка человека, а определяющее его состояние. Именно имя дает ему жизненные силы находиться в этом мире. Каждая буква имени – это, как-то я перевела это слово, секунду, цинор. Цинор – это труба, если грубо так сказать. От каждой буквы идет труба, которая соединяет нас со Всевышним. Каждая буква несет энергию, которая питает нас и дает нам силы действовать и проявлять себя в этом мире. И есть даже книга, в которой написано энергия, что несет в себе каждая буква. Я хочу только немножечко затронуть. Например, мы знаем, что буква Алиф – это такая наклоненная палочка, сверху буква Ют, снизу буква Ют. Написано, что это имя, что это буква, связь, соединение со Всевышним, вера во Всевышнего, сверху Всевышний. Вот эта буковка Ют, снизу буковка – это мы. И то, что нас соединяет со Всевышним, вот эта вот палочка, это святая наша Тора. Дальше, например, буква Бет. Буква Бет пишется примерно вот так вот. Вы можете потом посмотреть. Буква Бет, она помогает человеку быть устойчивым. Например, очень часто
люди, которые по знаку зодиака Весы, решают взять себе имя с буквой Бет, потому что оно помогает найти равновесие. Буква Бет, она стоит твердо на своей подошве, она никуда не качается, ни к чему ее не перевешивает. Буква Бет – это Яцевуд, это стойкость, равновесие, именно байт. Байт – слово «дом». Это что-то стойкое, защищающее, определяющее, окей? Гимел. Гимел, буковка у нас, означает отдачу. Когда человеку становится легче отдавать, гмешут, такая вот легкость в том, что он отдает от себя, ему легче исполнять заповеди. Далет, буковка, означает кабала. Кабала – это принятие себя таким, какой он есть. Помогает поднять самооценку, это буковка в имени. Но мы с вами, я бы очень хотела остановиться на буковке Ют и Гей, с которыми мы начали. Те буквы, которые меняли в Сарае и Аврааме. Итак, буковка Ют – это всегда у нас мужское начало. Ют – это капля, которую дает мужчина женщине. Буква Гей, вот эта вот буква Гей, это раскрытие, это увеличение. Буква Гей – это женская буква, она дает нам возможность беременеть и рожать, в другом смысле, более духовном, увеличиваться, развиваться, реализовывать себя. Именно поэтому... кстати, отдельно мы можем сказать, что имена, не имена, а название мужчина и женщина на иврите звучит как Иш и Иша. В одном есть Ют, в другом есть Гей. Если мы убираем эти Ют и Гей из двух этих слов, у нас остается Эш. Эш – это огонь. А буковка Ют и Гей вместе, они составляют краткое имя Всевышнего. То есть, когда есть муж и жена, и мы из их пары, из их семьи забираем эти две буковки, забираем Всевышнего, забираем заповеди, свет, возможность видеть в своем партнере не только тело, но и душу, у нас остаются в двух словах две буквы Эш. Эш – это огонь. Никакая семья не может выдержать без духовной составляющей их пары. Она сгорает в своих постоянных конфликтах, когда каждый, как мы с вами говорили в первой недельной главе, пытается реализовать свою эгоистичную натуру. Ют и Гей, они находятся в этих словах для того, чтобы продолжать род. Ют это женщина, Ют это мужчина, Гей это женщина. Вместе у них есть возможность продолжать человеческий род. Итак, мы идем с вами дальше. У Сары Всевышний сказал, что у нее есть буковка Ют. Это очень мужской характер, ее сила, с помощью которой она действовала все это время. Всевышний забрал у нее буковку Ют и дал ей буковку Гей. Гей, мы с вами это говорили, что это возможность рожать, вынашивать. Это именно то, что случилось с Сарой. А Аврааму он добавил тоже буковку Гей, он стал Авраам для того, чтобы он смог распространить свое учение на весь мир, для того, чтобы о иудаизме знали все, для того, чтобы о малюсенькой стране Израиль слышали все, для того, чтобы в каждой стране, в каждом правительстве искали именно еврея, чтобы обвинить его во всем. И именно эта буковка Гей до сих пор несет над нами вот такой вот ореол значимости. Если вы спросите у человека, сколько в стране твоей находится евреев, я вам обещаю, что он это число преувеличит в десятки, потому что наша значимость, она очень-очень велика в глазах неевреев. Ну, посмотрите даже на сухие цифры, сколько лауреатов Нобелевской премии евреи, сколько нет. И вам станет ясно, что с нашей маленькой страны процент открытий, стартапов, новых вещей просто зашкаливает. Это все благодаря буковке Гей, которую Всевышний добавил в имя Авраама. В свою очередь, мы знаем, что, например, у нашей праматери Рахель очень долго не было возможности родить детей. Мало того, что она ждала своего Якова очень долго, и ее сестра рожала детей от Якова, а она была любимой женой, но не чувствовала удовлетворения, потому что не могла Якову подарить детей. И тогда она сказала,
для того, чтобы забеременеть, Всевышний Саре дал Гей, возьму-ка я Билгу, по одному мнению, это была ее служанка, по другому мнению, это была ее сестра, и тогда родит Яков от нее. Спрашивают наши мудрецы, как Яков тебе может родить ребенка от Билги, если Билга забеременеет, это будет ее ребенок, какой связью ребенок Билги как-то станет твоей? Нет, объясняют нам наши мудрецы, она взяла от Билги буковку Гей. Я специально проверила в Торе, до этого я не знала, как пишется это имя. Билга пишется Бет Ламет Гей Гей. Рахель сказала, я возьму одну Гей из ее имени, и тогда у нее останется возможность рожать, а у меня эта возможность появится. И, естественно, вы можете задать вопрос, а как же мы можем называть себя такими именами, которые изначально даже в Торе написано, что они не несут благословения. Как свою дочку можно называть Рахель, например, если у нее не было имени, как, если у нее не было детей, как в каждой хаббатской семье есть Хаямушка, если мы знаем, что Хаямушка не удостоилась иметь детей, как мы можем вот эту вот судьбу дальше передавать, если мы знаем, что часть души праведника, в честь которого мы названы, она спускается и помогает нам строить свое «я». И тогда Равина объясняет, что, во-первых, мы все видим, что наши праотцы, они все-таки поменяли свою судьбу. У Рахель родилась 3 ребенка, у Раби, несмотря на то, что не было его генетических, можно сказать, да, его детей, но у него до сих пор есть миллионы хасидов, которые идут за ним. И каждое имя, оно Всевышнее уже all inclusive. Он добавил в это имя то, что раньше в нем не было благодаря заслугам и действиям, которые наши мудрецы делали. Окей, примерно это то, что я хотела вам сказать. Имя, кстати, тоже одна важная вещь. Если кто-то из вас взял двойное имя когда-то, обязательно хотя бы раз в день надо называть вас, хотя бы сам себя, или ваших детей, или ваших знакомых, друзей, родных, именно двойным именем. Потому что как только мы берем еврейское имя, мы его сокращаем, Изя, Шмулик, Пулик, я не знаю, Мушка, Мендик, Дина, мы тем самым блокируем вот этот вот проход энергии от Всевышнего, который он должен дать нам с помощью этой буквы. Поэтому принято в хасидских семьях хотя бы перед сном называть детей своим двойным, их двойным именем, для того, чтобы Всевышний давал им каждый день максимально тот потенциал и энергию, которые они взяли себе по этому имени. Имя на нас влияет. Еврейское имя должно быть у каждого для того, чтобы сделать свою жизнь более глубокой, насыщенной. И кто от вас из вас откажется получить от Всевышнего дополнительное благословение, отменить суровый приговор и изменить кардинально свою жизнь в лучшую сторону таким простым действием, как взятие себе еврейского имени в синагоге на Торе? Это делается чаще всего бесплатно, в любой синагоге. Вы можете узнать, где это делается в вашем городе. И я вам желаю удачи. До встречи завтра, с Божьей помощью. Завтрашняя наша тема будет воспитание детей, личный пример на основе этой же недельной главы Лех Леха. Спокойной ночи. Спасибо большое, что были со мной. До свидания.